Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, и мы продолжаем играть растения против зомби-герои. Так, 1390 у меня самоцветов, поэтому, друзья мои, бежим, сломя голову, в наборы. Так, подожди, в наборы. И давай мы, наверное, возьмем... Слушай, я забыл, а вот этот набор, что у нас... Не хочу. Так, а вот в этом вот этот, наверное, я, ребята, вот этот я хочу. Так, ну что, покупаем. Эх, ну что, что опять за весоны-то такие? Как меня тут раздражает, а, друзья мои. Ну что опять-то не так, твою налево? Не, все нормально. Долго он что-то покупал. Ну что, ребят, скрестим пальчики, поедем. Так, ну эти карты меня как бы не интересуют, потому что это стандарт. Начиная с мегаредких меня вот интересует. Угу. Очень, ребята, много... Мега редкие, сколько? Блин, дофига мега редких дают. О, дофигища, ребята, мега редких. Легендарка есть. Кто? Две легендарочки. Фу. Ребята, вот этот вот чувак крутой. Он у нас есть. У нас, в принципе, все это было. Но, тем не менее, по дублю, уж поверь мне, не помешает. Тем более алоэ. Алоэ у нас идет куда? На хилку, ребята, идет у нас, по идее. Так, ну что, ежедневки. Пойдем прогуляемся по ежедневочкам. Так, нанесите 20 единиц урона героям Нептусью. Нанесите 20 единиц урона героям Заморозгом. И разыграйте 3 растения, которые стоят не менее 3 единиц солнца. Значит, короче, нам нужно Нептусью сыграть. Нептусью. Нам нужно нанести 20 единиц урона Нептусью. Хорошо. Я попробую. Я попытаюсь, друзья мои. Так, против меня 44 ранг. Хотя я сам на 42-м. Угу. Вспышка на солнце. Спортивная колода, что ли, у меня здесь будет? Давай сделаем так. Ну что, будешь ускоряться, да? Он, друзья, решил ускориться. Получается так. Угу. Ладно. Ну что, заморозим, наверное, да, его? Ага, что сделаем? Так, наверное, поставим. Угу. Ну, я так понимаю, он хочет разогреться, да? Он хочет разогреться на солнышке. Ладно, пускай греется. Уничтожает зомби. Ну, давай. Дело твое. Сейчас работает защита, наверное, у него, да? Угу. Давай так сделаем.
Так, ну у него 7 солнца. Он тут может расставить-то конкретно. Если он солнце поставил, ребята, значит, он будет разгоняться. Значит, у него, наверное, есть кукуруза. Это не исключено. Так. Ну, неплохой вариант, ребят, в принципе. Подбил, правда, он мне почти всех. Ну, ничего страшного. Давай, короче, сделаем, наверное, так. И вот так. И вот так. Сдался. Сдался, нервишки, ребята, у него не выдержали. Ну и слава богу. Так, а мы нанесли сколько ему? Всего 5 единиц урона из 20. Ну так дело не пойдет. Кстати, а с какого и фига у меня здесь эпиграф-то это делает? Подожди-ка, секунду. Он мне тут не нужен. Или нужен? Дай-ка я, наверное, его уберу. А где он? У меня его в колоде нету. А, это... А как он вообще у меня там оказался? Я что-то не пойму. Ладно, я думаю, знаешь что? Может быть, нам убрать... Может быть, нам убрать вот это вот и поставить вот этого? Я бы, честно говоря, бы еще бы взял бы, наверное, знаешь кого? Вот эту вот ботанку. И забафался бы по полной программе. Как вариант, да, друзья? Как вариант. Ладно, пока так оставим. А то сейчас я начну. Давай так попробуем, давай сяк. А потом буду говорить, ну зачем я там это поменял? Ну зачем я поменял то, блин? Так, ой, ой. Это, ребят, колпак. Страшное дело. Твою налево, дайте мне что-нибудь. Да куда, ну? Ну все, все, ребят. Ну что это, ну? Дали мне. Да понятное дело, ё-моё. Ну мне здесь ничего нету. Ни стражника, никого, блин. Молодцы. Фиг ли мне твоя защита нужна, если мне поставить некого? Утырки, блин. Ну все, короче, ребят, тут проиграл я. Короче, нафиг. Даже не буду париться. Офигею, просто выдали, блин, картишки. Подожди-ка секунду. А,
Подожди. Я кое-что хотел посмотреть. У меня же есть зомби. Как его там величать-то? Вот он, есть. Пират, может быть, еще добавить. Ну, не знаю, друзья мои. В плане. А, уже перебор. Вот это вот перемещение. Не то, что перемещение. Вот это вот рандом, вот этот вот идиотский, который сейчас только что был. Дали, блин, 3, 5, 6. Против колпака. Нормально, да? Расклад, блин. Колпак начинается разгоняться в самом начале, блин. А мне даже поставить нечего. Ну что вот опять начинается, а? Ладно, здесь хотя бы валун есть. Здесь хотя бы есть валун, друзья мои. Ну что там, даже горошин не стал ставить. Делает, а? Вот так вот, да? Я тебя понял, парень. Я тебя понял. Угу. Так, а что мы можем сделать? Ну, так, наверное, поставить пока. Блин, не сработала нифига защита. Эх, эволюцию не получится, ребят, сделать. Давай так сделаем. Так, ну что, этих минус? Вот тот гад меня нервирует на воде, который... Сдуем его отсюда. Это хорошо, ребят. Так, птичка дочирикалась. Давай
сюда ее. Так, дальше что у нас? Угу. Так, он будет заморозкой заниматься, ведь так? Рикошет случайного. Давай вот этого. Ну, в принципе, гробовщик тоже нормальный. Так, эту птичку выкидываем, получается, да? Так, у него, наверное, бусины сейчас будет, ребята. Что слезил ее? Вот так. И вот так. Остался. Но мы опять же не нанесли 20 единиц урона, ребят. Восемь единиц. Блин, а как я буду заморозгом играть? Как я буду заморозгом играть? Я не умею за него. Я хочу все попробовать, ребят, колоду на этих, на животных у него сыграть. Попытаться. Да ну нафиг, ну как мне вот это вот, как мне вот это раздражает, ну нафига мне два вируса здесь? Не, ну вирусы хорошо, я ничего не спорю, ребят, вирусы прекрасны, прекрасны, когда есть на кого ставить эти вирусы. Вот если я поставлю стражницу, он 100% ее сразу уничтожит. Поэтому давай так сделаем. Не знаю, кому сейчас поставит. Уничтожает. Уничтожил. И фиг с ним. Давай за налевку кого-нибудь. Хрен там за налевку. А что, он 6 единиц энергии стоит? Он... Это первый и последний, что ты сделал, гад. Первый и последний, да? Посмотрим. У него бонусная атака, ребят. Минус 1 на 1 по земле, наверное, сделает. А, втягивает две карты. Да, пускай думает, куда ставить, куда не ставить. Но он легендарок-то нахапал, понятное дело. Ай-яй-яй-яй-яй. Ха-ха-ха.
А вот это, ребят, хорошо. А, какой там хорошо, блин. Это нехорошо, нифига. Сто процентов пробивать будет. 100%, друзья мои, будет пробивать. Давай так сделаем. Кого он там хочет поставить? У него еще один огурец. Ой, друзья, не знаю. Хильнется. Этого, наверное, сейчас бомбанет. Смотри, смотри, что у него. Кукуруза, блин. И наверняка этот говнюк ему вытащил ее, да? Давай так, спрячем. Пират. Пират, ребята. Ну вот это вот нафига ты, блин, сделал-то? Оп, сразу же у них скорость. Блин, вот это, конечно. Восстанавливать здоровье. Так, ну что, этого, наверное, выкинем. Я не знаю, как тут лучше сделать. Угу, на хилах, блин, тут на всем у него, да? Кого тут убрать-то? Ну, мне кажется, шансов нет. Хотя я урон ему нанес. Сколько нужно, ребят? 5, 5, 10, да? Да как ты заколебал, а? 4, 6, 7, 7 в лицо. Этого еще не завалим, а? Нет, друзья. Тут, к сожалению, никак не получается. Даже если мы с тобой вот это вот возьмем все, никак.
Не получается. Черт подери. Мышь, ну что, ну... И все, сейчас добьет, ребят. Тут без шансов. Если бы не эти огурцы... Ой, ребят, если бы не огурцы, полетели бы клочки по закоулочкам. Теперь нам придется за заморозго пыхтеть. Давай посмотрим. Заморозг изменить. Что у нас тут за колода? А нафиг мне 4 пирата здесь? Да я добавлю, наверное, вот этого. Может, попробую действительно сделать, ребят, колода на этих, как она называется-то? Скажи, я скажу. На животных. Давай попробуем. Для этого нам понадобится кто? Йети нам понадобится. Вот эти вот гаврики. Не знаю, вот эти вот. Правда, сейчас половину надо будет убирать. Вот этих надо убирать отсюда. Так, кто у нас там еще из животных? Вот, по-моему, тоже животные, да? Я вот не помню. Всадник на морже. Да, питомец зомби. Питомец зомби. А это у нас, по-моему, тоже питомец. Ну, информация-то где? Где инфо? Зависло, что ли, блин? Ну ты серьезно, блин? Питомец зомби. Я вот не помню, а как вот у этого, ребята, у него, он же прокачивается за счет заклинаний, по-моему. Питомец. Так, при игре одним питомцем все питомцы получают плюс один. При игре одним питомцем. У меня, знаешь, чего-то не хватает здесь? Огненной курицы. Ой, я этого-то самого главного забыл взять. Ты, по-моему, все. По-моему, ребят. Не, ну тут еще есть кенгуру, питомец. Давай пока так оставим, наверное. Как оно пойдет? Я еще не знаю, ребята, я не играл колоды на питомцах. Ландшафтов нету, блин, ничего не взял. Ну, посмотрим. Давай так, наверное, сделаем. Ну, бомбочку, наверное, да? Конечно.
Ну, он сейчас этого бомбанет. На них бомбах, что ли? Ладно. Сейчас самое интересное, у него могила едет, есть или нету. Потому что я собираюсь вот этого, ребят, поставить. Давай смотреть. Нет, походу дела. А может быть, он что делает. Давай так поставим. Угу. Галактические сады ставит. Понятно, еще бы. Эти прокачаются же, да, гонки или нет? Ну да, прокачаются сейчас. Давай вот так вот сделаем. Я хочу поставить защиту, друзья. А из этих кого-то выкинуть надо будет. Ну, которого он будет больше прокачивать, того и выкинем. Этого, наверное, выкинем. Ну и вот так еще сделаем. Ну, бомба у него 100% будет. Я так попробуем. Ах ты жучара, ты вшивый. Бомба, ребята, у него была. Бомбочка у него была. Так, и кого ты хочешь сюда поставить? Никого. Пока никого. Так, друзья мои, животные пошли. Давай так попробуем. У меня карт не осталось, друзья. Все. Угу. Вот этот меня пробьет.
Угу. Так бы броня была бы, а так, ребят, пробьет меня. Чё-то как-то я тебе скажу, на животных. Не получилось у меня на животных сыграть. Или я неправильно что-то делаю, ребят? Давай попробуем. Давай посмотрим что-нибудь другое. Это что за колода? Пум-пум. На пиратах. А можно вот им сыграть на пиратах? Ну, я имею в виду создать чисто колоду на пиратах. М? Что скажешь? Чисто колода на пиратах. Два хила, два этих. Ну давай просто попробуем. Опять же, просто попробуем. Но животных не зашло, ребят. Не выпадало, что надо. А если выпадало, то... то я просто сфейлился. Опять картофан. Полтишок. Видишь, он изначально меня бомбами, гад, затравил. Да вы, блин, вот что вот он вытворяет, ребята? Ну что за дичайшая дичь, блин? Пятый, восьмой, блин. Одного пирата дал только за двоечку, и все. Опять на этих будет, на своих динозаврах, нет? Картофеля, как думаешь? Я не знаю, ребята. Бомбу, наверное, будет ставить сейчас. В первую очередь. Сам бесевый, даже некого поставить. То есть ты хочешь сказать, что могилоедов у тебя нету? Серьезно? Не поверю нафиг. Кактус. Два кактуса. Гад, и двоих ушатал, а? Ты посмотри. Я могу только со следующего хода поставить. Двух, что ли? А что он планирует сделать? Прокачать их? Так, он должен, по идее, превратить... Ага. В гриб. Сколько?
6-1. Меня сейчас другое больше волнует. У него есть бомба или нет? Как думаешь? Давай проверять. Да ладно, у тебя нет бомбы. Вот что он делает. Вот что, друзья мои, он творит. Вот это, конечно, гадость. Пипец ему. Просто повезло. Кто там выползет? Так, заморозку сделаем. Кого-то превратит в гриб. Превратил. Угу. Утягивает карту. Он бы рад, наверное, превратить, да? Да никак. Понял. Не дурак. Так, друзья мои. Так, посмотрим. Поехали. Превращай там в кого-то. В гриб. Так, ну мы хиляемся. Ну, пробиваем мы, короче, ему лицо, друзья мои. Прям табло сейчас ему прилетает. Но тут получше. О, ребят, солнышко вылезло. Тут получше мы сыграли. Опять же, нам повезло, что у нас выползли гаргантюахи и уже начали разносить ему харю. А теперь разыграть 3 растения, которые стоят не менее 4 единиц солнца. Растение, да? Ну и за кого-то можно сыграть. Попробуй за Бунг Чой. 1000 лет за него не играл, друзья. Давай попробуем. За Бунг Чоя. Так, и против нас заразительное сальце. Что-то мне кажется, подожди. Такой шум стоит, блин, офигеть. От жесткого или от чего, не пойму. Ну давай возьмем, наверное, вот так сделаем пока. Нашел, говнюк, все-таки что-то да нашел. Угу. 2 ореха. Конечно.
Карман, как говорится, закрой свой вонючий. И все, я обосрался сразу же. Так, бомбочки. Экс, посмотрим. Но ему уже не выкрутиться здесь, друзья. Я знаю, что он хочет призвать. Гаргантюа хочет призвать. Они, по-моему, стоят 10 или 11, не помню. Ну давай посмотрим, как он будет сопротивляться. Гениально. Все? Ну и до свидания тогда. Да. Наивно. Набрал, короче, кучу заклинаний, ребята. Я думал, что тут у него все получится. Но, видишь, ни шиша не получилось. Да, мы с тобой сделали ежедневки. Так, у нас еще есть задание ежедневное, друзья мои. Давайте посмотрим. Ранний доступ. Это знаешь, как в играх в Стиме. Ранний доступ. О. Одна карта события «Банда горошин» слабее двух. Столько их у вас и будет. Используйте эти карты с умом и одолейте стратегическую колоду капитана Огонька «Исследование космоса». Я против капитана Огонька? Я думал, что... Блин. Странно. Поехали.
Начнем потихонечку. Так, он вытягивает две карты. Не нравится мне тот звук, который там шумит, гудит. Курицы, да, значит, у тебя? Ты нам 3 в лицо, а мы тебе 6. Интересно. Опа, она доборчик, ребята, берет. Этот говнюк берет добор. Давай так попробуем. Звук такой еще. О, еще одна горошина, друзья. Как ты меня задолбал, а? Она же плюнет, да? Ладно, была не была. Поехали. Так, ну карту легендарочку, да, какую-нибудь хорошую только. Да и... Что это? Ёпрасоте, он еще и у него еще и рикошет, блин, оказывается. Ребят, ну... Что, это говно, наверное, уничтожим. Чтоб никаких доборов там у него не было. Подарочник, блин, вшивый прибыл. О, 2 гриба. Ням-ням-ням, что-то сидит там, чмакает, блин, начмакивает, блин, все. Ну, пока только так вот, ребят, могу себе позволить. Этот-то сейчас 12-10-то. У него кровожадность есть, ребят. Он может кровожадность тут использовать. Как ты меня достала-то, а? Ах, давай так смотреть. Ох ты, ох ты, заменил.
Ребят, ну вот как вот. Метатель все может. Так, 4 плюс добор, да? Сейчас шарами звездану, друзья. Ага, рикошет. Хорош. Сейчас, правда, он тут добирать будет всякого. Как ты мне дорог, а? Как ты мне дорог, засранец мелкий. А как мы можем добрать карту, ребят? Чтобы нам хильнуться. Вот что я сейчас думаю. Так, поставим защиту, короче, да? Я надеюсь, у него там не будет этого. Сделаем вот так вот. И вот так. Так тут, по-моему, мы выиграем, друзья. Так, легкий отхил. Нафиг, иди отсюда. Блин, надо было вначале сделать. Ох! Хорошо-то как, друзья. Вот это, я понимаю, сыграли. На грани смерти уже были, но все-таки, ребята, дали ему сладких таких звездюлей, прям что кегли заворачивались. Нормально, ребят. В общем, я доволен, отыграли хорошо. Ну что, друзья, на сегодня будем закругляться. Я очень рад, что сегодня выпало нам две легендарные карты из паков. Давненько не было такого. Так что будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.